Оставайся сама собой. И мы остаемся сами собой с Кристиной. Мы продолжаем с Кристиной смотреть в сторону секонд-хенда. Это наша тема, мы ее любим очень, так как и вы, ребят. И всем привет, всех приветствую на своем канале. Сейчас можете брать чашечку чая, кофе, усаживаться поудобнее, потому что примерка будет долго. Примеряли вещи и я, и Кристюша вместе по очереди будем чередовать. Плюс я находила похожие образы, похожие вещи на известном сайте Farfetch, где все дизайнеры мира представляют свои вещи дизайнерские и плюс их там продают. Цены, конечно, не для нас, не для украинцев, у которых, знаете сами, какая заработная плата. И поэтому мы ходим в секонд-хенд, и нам хочется подражать известным дизайнерам. Но, к сожалению, мы не можем себе позволить купить там вещи, поэтому мы смотрим только на секонд-хенд, ребята. Ну и поехали просматривать. И первый образ, это у нас черная футболка Topshop, брюки скини красного цвета и куртка светлого цвета Катон. Невероятная гордость и улов этого образа, это брюки. Брюки Zara Basic, они настолько нежные, и когда проводишь по ним рукой, у них есть, слышится, какая-то бархатистость. Это прям как крылышки ангела. Куртка светлого цвета от Атмосфера, размер 6, и состояние ее идеальное. И у известных дизайнеров брюки красного цвета сейчас очень популярны. Брюки скини. Данная модель, которую я увидела, предполагает белую футболку и черную куртку. Но у нас немного сменились эти две позиции. Но, тем не менее, наш образ не теряется. Он также достойно выглядит, я считаю. Кто также считает, напишите в комментариях. И посмотрите, какой я нашла замечательный топ Zara. Он в разноцветную полоску. Здесь и розовая, и бирюза, и желтая. Ее можно подобрать под разный низ. Это Zara Collection Made in Morocco. Но здесь есть нюанс. Вот такое пятнышко, которое, я думаю, навряд ли можно отстирать. Очень трендовая сейчас смотрится юбка в пол, и у меня ее никогда не было. Вот здесь сейчас я ее прям примерю и посмотрим, как же она будет переплетаться с асимметричным топом, который я нашла. И подобную юбку я нашла на сайте Ярмарка Мастеров. Юбка здесь выполнена из шерсти, из натуральной итальянской ткани. Конечно, она отличается от моей, но похожа очень. И мне понравилось, как асимметричный топ в разноцветную полоску плавно соединяет образ с розовой юбкой в пол, ну и, конечно, само сочетание цветов. Я не могу промолчать, выше всяких похвал. Я уже несколько недель хожу и смотрю на один и тот же топ. Топ темно-синего цвета в белую ромашку. И висит он среди маек. В чем парадокс, ребята? Дело в том, что этот топ идеально подходил под кюлоты лимонного цвета, которые я сразу заметила в этот раз в нашем отборе в секонд-хенде. И на этом топе на лепестках тоже есть оттенок лимонного. И они вместе как бы идеально должны были сочетаться. Когда я принесла этот топ в примерочную, вот здесь было для меня такое шокирующее известие, когда Кристина сказала: «Мама, это же юбка!» Говорю: «Как может быть юбка среди маек?» Ну и дальше было очень интересно. Хочу сразу попросить, помогите нам разобраться, что же это на самом деле, юбка или топ. Ну и поехали посмотрим. Топ с лимонным принтом, укороченные брюки, кюлоты. Неправда. И сверху жилет джинсовый. Кстати, как вы думаете, это топик или юбка? Не знаю, покажи. Это платье. Это... Нет, топик превращается в элегантное платье. Где ты его нашла? В разделе топика, в мае там висит. Я подходит такая, это топик, это топик, это юбка. Может и юбка, если честно, не знаю. Надо сейчас посмотреть на бирках, почитать вообще, что это. Ну, было, кажется, платье. Ладно, давай. Топик, который легко превращается в юбку. Повернись. Нет, оно должно быть ввернуто туда. Смотри, здесь вот эта штука,
Вот на попе получается это топик. Заверни его сюда. Нет у него никакого пояса. Это все-таки топик. Удалось найти вот такую кофточку терракотового цвета. Она очень яркая, приятная к телу. У нее вырез огромный, который можно носить на плечах, опустив прямо и растянув на плечи. Джинсы попались просто размер Кристинин, и мы их решили примерить. Плюс дальше мы еще покажем голубые брюки скини. И мне не очень вначале нравилось сочетание терракотового, персикового и голубого, но потом все-таки на сайте Farfetch я увидела такое сочетание, и довольно часто, не в одном исполнении оно попадалось мне, и мы решили проэкспериментировать дальше, взяв такой же объемный свитер плюс голубые скини. И когда Кристина заправила переднюю часть в брюки, а низ оставила на спине свисать, то это очень даже довольно неплохо смотрелось. Я согласилась с тем, что персик и голубой можно сочетать, и это очень необыкновенно смотрится. Тебе хочется его запрокидывать назад, тогда оно оттягивает назад, и горловина как бы душит тебя. Рукава большие, он на тебя широкий. И под эти джинсы он не особо играет. Что-то персик с голубым цвета неба мне не очень. Ну, как бы так ты сделала, ничего интересного даже. Ну да. Дальше я примерила вот такой спортивный костюм в сочетании два цвета велюра. Это цвет песочный и цвет бордо, но у меня лишний вес, и он меня полнит, поэтому для меня этот костюм явно не подошел. Следующий образ состоит из брюк, ткань в виде плащевки тоненькой такой. Они как спортивного кроя, ровные, лаконичные. И свитер трикотажный, свитерок такой с изображением голубя и надписи в цвет брюк. Такой же образ есть на сайте Farfetch. Образ не идентичен, но очень похож. В темно-синем цвете, верх трикотаж, брюки ровные, спортивно-пижамного стиля, я бы так сказала, и дизайнер Мишель Корс. Данная толстовка идеально подошла под те светлые брюки, которые вы только что видели. Но у нее короткие рукава, здесь все прекрасно. И два замка у горловины, и два кармана наискосок сделаны, плюс на липучках удобно ложить вещи. Закрываешь липучку и уже точно знаешь, что с них ничего не выпадет, не потеряется. Тем более, если такую толстовку одеть на природу. И если сильно не придираться, то данная рубашка и брюки от Partone напоминают тот образ, который я создала в примерочной. Ну, правда, рубаха с коротким рукавом у меня толстовка, но все-таки сочетание цветов, кроя брюк, чем-то это напоминает. Необыкновенно красивое белое платье в цветочный принт мы дальше примерили. На Кристинку села просто идеально. Это 8 размер. Я думала изначально, что это лен, но нет, оказалось, это очень тонкий коттон. И я предлагала Кристине взять его и убрать немного длину, хотя длина миди модна. И есть такое же на сайте Farfetch. Обратите внимание, они почти похожи. Удивительно яркая цветочная расцветка и на том платье, и на нашем платье из секонд-хенд. Плюс, если добавить сюда белую сумку, какой-нибудь аксессуар в виде браслетов, красивых белых сережек, это платье будет волшебно и необыкновенно смотреться. А в этих тебе не нравится, что верх? Верх свободен, а колени жмут, да? Ну, как-то и в попе не очень красиво. Да, в коленях шмут, а вверху тогда ремень, тут они большие. Ну, надо ремень, во-первых. Ну и все, мы решили красное, да? Во-первых, голубые, я хотела, чтобы ты под этот топ полосатый померяла. А ну, померяй топ сразу. Ну, как-то не играют голубые. По сравнению с красными, это красное дело, они вообще огонь.
А эти, ну, бледненько. Может, мы просто верх не смогли им подобрать. Ну, такое. Пока воздержимся от их покупки.